Дорогие мои, сегодня 6 февраля, вторник. Сегодня исполняется ровно год со дня землетрясения в Турции. И сегодня день святой моей Ксении Петербургской. Хочу прочесть, напомнить вот за то землетрясение. Турция оплакивает жертв разрушительного землетрясения. Сегодня исполняется год с тех пор, как двойное смертоносное землетрясение магнитудой 7.8 разрушило тысячи домов в самой южной провинции. Самой южной провинции Турции. В 4.17 утра, представляете, в 4.17 утра 6 февраля 2023 года за 65 секунд, 1 минута и 5 секунд, 53 537 человек, согласно последнему отчету властей, были поглощены грудами бетона. Представляете, за минуту 53 500 человек погибли. Если добавить к этой цифре 6 тысяч смертей, зарегистрированных в соседней Сирии, число погибших в результате стихийного бедствия возрастает почти до 60 тысяч. И это землетрясение вошло в десятку самых смертоносных за последние 100 лет. В общей сложности рухнуло более 100 тысяч зданий. 100 тысяч зданий. 2,3 миллиона были повреждены здания. Представляете? А 700 тысяч человек до сих пор живут в контейнерах. Контейнерах 700 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган год назад сказал о катастрофе века. Ущерб, который охватывал территорию, превышающую размеры Бельгии и Нидерландов вместе взятых, составил почти 10% ВВП страны, отмечает Гардиан. В денежном исчислении это более 100 3 миллиардов долларов.